Всем привет, с вами Никита. Сегодня буду играть в Geometry Dash. Там где кубик нифига не прыгает. Хочу какой-нибудь новый уровень, вообще я чуть все лагал. Тут у меня 10%, да, попробуем набить 10. Понял. Сложно. Не нажалось. Ладно. Напряженно скорее. О! Блин. Окей, все запомнили. Блин, 3D, конечно, хардкорная игра. Я думаю, вообще не допрыгну. Реклама точно. Сейчас надо будет ее врубать. Там еще все перевернуто идет, в смысле? Не, ну перевернуто я не пройду. Точно не пройду. Я еще до перевернутого должен лично доходить. То есть не так это и долго, напряженно. Эх, это не нажатие. Блин, как будто все сложнее и сложнее становится. Давай еще хотя бы до перевернутого дойти надо. Так еще музыка странная. Так, не понял. Следующий уровень, дай ему сам. Так, понял. Сложно. Ах, понял. Воу, чего? Да блин, стой, стой, стой. Так. Он просто не видит. Так, нет, все, не хватит. Внимание, привычно. А, тут еще три иллюмината. Ай. Кубик, первым делом ты должен собраться и прыгать. Прикинь. Thank you.
их нет. Не понял. Ладно, кумир, по своей же низу. Отдыхает, не понимает. А тут понял, окей, а дальше. Вот сейчас мы не прыгал. Блин, тут задолбал, нахуй. Вот он начинает, он перестает, короче, прыгать, и из-за этого я забываю то, что было впереди, и умираю уже на тех моментах, где я умирал. Вот, на этом моменте еще сдох, что я уже давно до него не доходил, потому что кубик не прыгает. Пипец. Нормальный кубик нельзя было завести, нет, какой-то говный скользит. Понял? Ладно. Тут окей. Тут не окей, например, в смысле? Вот в смысле? Фиг, не прыгаешь, да? Тварь ты обоссанная. Может быть, ты не хочешь жить, но я на самом деле в этой игре хочу жить. Он не хочет! Как так доиграть? Если тут не хочет, то есть. Ой, я просто думала. Thank you.
Оу, щит. Говно произведет. Поэтому да, ну тут все башня. Не понял. Куб. Нет, у тебя боссовые три иллюминации опять в ряд стали, ну хватит. Ну вечно вы в ряд становитесь. Ну как, туда будет привыкший был или это как-то там? Ау. Ау, в смысле? Мне посрать. Не прыгнулась. Такая снег была там. Вот. Да ты задолбал, купа боссаны, ты такой тупой кросс. О, тупее я еще не видел, вот до 4 умнее в 5 раз. Серьезно, либо прыгать и умирать, либо не прыгать и все равно умирать. Где-то в последний момент они прыгнут, ты сдохнешь и приходит мне в последний момент, ты сдохнешь все равно. То есть либо не да, надо для него просить, либо надеяться, что кто-то повезет, либо надеяться, что у Куба хорошее настроение. Последний момент нельзя прыгать, не в последний момент, если у тебя получится что-то, если получится, то типа, повезло, это еще будет единичный случай. Не прыгаем, лошара боссами, мать в канале. А прыгнуть не? Ладно, ладно, сколько тут вариантов. Заслужил.
прыгнуть туда с чёлком. Понял. Что-то слишком далеко вы зашли. Или он, не знаю, устал скользить, решил быстренько с ним убиться. Я говорю, здесь можно тут стоять АФК, и ты тут тысячу раз будешь подыхать и страдать. А ж тогда ты научишься прыгать нормально. Спасибо. Оу, щит. Чё? А ты почти не понял. Ходить, ладно. 19%? Не, ну в принципе. Наверное, против моликов. Глянь, что там дальше. Чё, как? В смысле, прыгнуть руки? Понятно. Ясно всё. В смысле, ты задолбал. Быканул. Быканул, да прыгни ты! Ну что ты бесишь? Ты как будто еще больше не прыгаешь. Тут, конечно, пофигу, потому что я не с самого начала. Но все же хотелось бы, чтобы тут ты тоже прыгал, знаешь. Я вот тут как-то. О, понимаю. Не, не так сложно, но, блин. Прыгнуть разучился, понял. Опять разучился. Бедный кух разучился прыгать, помогите ему. О, что это? Ладно. Дизайн-ориентировка, воу, а это что? Он разучился прыгать. А как здесь вообще? Разучился прыгать! Ура! Так, о, иллюминатор, я понял. А в смысле, подожди, что за говно происходит? Да. Ну что ты перепрыгнешь, не? Разучился он прыгать, понятно. Ты прыгнешь? Спасибо. Это чё? Он. Серёжа, забыл как. Не сложно уже. Если он ещё... А, ну да, если он ещё будет... А, ну да. Если он ещё перестанет прыгать. А он это обязательно сделает в один момент. Просто оп, и не будет прыгать, и всё. Чё? Чё? Чего происходит? Опять это... Прикалываешься. Неужели так сложно перепрыгнуть через эти три обоссанных шипа? И прыгнуть сложно! И... Прыгнешь, муж? Спасибо. Не понял. Чё это опять? Прыгнуть может? Блин. Понял. Не понял. Блин, прыгни! Не здесь! Так, ага. Ага, я понял.
очко другое, либо уже не так. Упал. Тик-ток. Нормально. Понятно. Цуклис. Ничего, это фигня. Так, что это? Бит посрать, наверное. Прыгнуть забыл, он. О, Ан, я-то нажал. Так. Вроде пока что все нормально, но я понял, что дальше будет пипец. Особенно если он не будет прыгать. Дальше будет самый пипец. Я понял, что меня уже ждет. Угу. Прыгать разучился по всему месту. Либо не допрыгнул. Тут эти шнеги. Вроде там как-то... Ладно, пофиг. Ладно, просто прыгай! А может прыгнуть? Нет. Не, не надо. И правда, зачем? Как? Я делаю все то же самое, но подыхаю. Каким образом? Я не понял, тут какой-то именно рандом работает. Потому что не какой-то сильный. Не, квадрат, ты тупой очень. Прям максимально. А где же стоит, блин, квадрат, а не что-то такое? Ну я просто. Чё? Ладно. Он либо не прыгнул, либо там вот эти вот шипы, которые вот так... Что-то он... Он, наверное, прыгнул, а в них ударился. Ай! Ара... Вроде нужно прыгать. Так, не понял. А он тут не прыгает. Тогда, наверное, тоже не прыгнул. Я все равно вообще эти шипы тут ударяюсь, главное. И потому что как-то поздно прыгает, но, блин, я сразу же нажимаю. Конечно, прикольно. Ладно. Тихо, 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 тихо! Мне кажется, если я сейчас так бы заранее не делал, то либо я так, то либо он не прыгнул. Прыгнул. А, он сейчас не прыгнул. Он тупой просто. Казалось бы, обычный квадрат, но не, на самом деле, он очень тупой. Теперь вы это знаете. Ну, можно вот так делать. Это, ну, он этого не скрывает. Чё? Ага, понял. Да. Круто. Ой, там еще какие-то дофига вот этих вот желтых вот этих вот даблджампов. Ладно. У меня еще по 30 градусов. Очень жарко. А, класс. Так, ладно, пошел все в жопу. Вот, вот, не прыгать, не прыгать. Почему сейчас не существует такое? Все, я заставил куб знато пострадать. А, до сих пор, кстати, не прыгает, прикольно. Я просто не обалдею. Сколько нам надо будет... Ты ж куб же, наверное, понимает то, что если он не будет прыгать, он будет страдать. Ну, пострадать. Вот тут, кстати, что еще? Надо тут прыгать. Нет, тут не помогает, что она делает? Че? А как он сам сейчас пролетел? Оно все перевернуто, и там как-то все работает.
Не понял, прыгать ты. Ага, теперь прыгать надо. Что? Понял, прыгать? А? Как тебе такая идея? Просто попрыгать. Ух, ёпрос. Понимаю. Чё, не понимаю. Конечно. Да то что тут он не прыгает, вы прикиньте. Так, чё тут, ага. Вы прикиньте, да тут не прыгает. Я балдею. Пипец, он даже в этом режиме будет не прыгать. Это ужас. Угу, да, классно. Он такой тупой даже в этом шаре обоссанном. Это ужасно. Ну что? Почему он такой тупой просто? Чё? В смысле, я не понял, улетай. В смысле? Я нажимаю, он сам по себе начинает падать. Сейчас тут нормально ты должен лететь. Нет, ты падаешь сам по себе, отвечаю. Как это у нас? А, ты еще как-то этим стал. А, нажаться что, не? А, классно, да, нормально, тут тоже будет нажиматься. Я просто надеюсь, что хотя в ком-то он будет нажиматься нормально, но нет, зачем? Нет, так он будет нажиматься, да. Нажмись, тварь ты! Как мне это бесит, он не нажимается, это легко, он просто берет и не нажимается. В этом вся сложность этой обоссанной игры. В том, что просто вот этот персонаж тупой. Это все было тупо несложно из-за того, что персонаж тупой. Ну, жопу, окей, это что? XT, окей. Окей. Угу, сложненько. А, ну да, и прыгать еще он разучился, я помню. Опять разучился, лошара боссный. Так, ладно. Условный уровень, пока он до сих пор не прыгает. Ладно, короче. Сейчас попроходить тут начало, нужно именно полностью пройти. Опять попробовать. Не помню, где я лично сделала. Нормально прыгается, отлично. Радует, спасибо. Чуть не сдох. Где-то тут у меня начинает не нажиматься, что ли? Понял. Короче, прямо сейчас я почти прошел вот это вот все, но я хотел просто брать с паузы
Ну, вот это вот и показать, когда я, как я это пройду. Ну, короче, сейчас на изи пройду. Я уж там дошел, там где тут летать. Сейчас пройду. Там какой-то передел. Не отвечаю, это вообще не сложно. Теперь для меня стало. Просто главное не отвлекаться. Я всегда туда прыгал, сейчас почему-то не допрыгнул. Ну! Окей, ты допрыгнул. Какого фига? Не понял. Не прыгнулось.